Лидеры из разных церквей России собрались в Тольятти на конференцию «Назад в будущее». Все подробности в следующем репортаже. Тольяттинская церковь «Радостная весть» отметила свое 11-летие. В рамках этого знаменательного события в церкви прошла трехдневная конференция под названием «Назад в будущее». Мы назвали конференцию «Назад в будущее» не столько потому, что есть такой одноименный фильм, который на что-то намекает. Пришла такая идея, и мы поняли, что на самом деле Иисус пришел и что-то в нашем прошлом изменил. Он его уничтожил для того, чтобы открылось наше будущее. И мы верим, что то будущее во Христе, которое есть для каждого верующего, оно открыто через крест Голгофы, через то, что он в нашем прошлом, он был распят еще прежде создания мира, Библия говорит. И мы верим, что любой христианин, который переживет вот этот момент, который мы называем рождение свыше, по-настоящему, через встречу с Богом, через посвящение Иисусу всей жизни, он войдет в то будущее, которое тоже уже есть. И Бог приготовил для нас очень замечательную жизнь, полную приключений. Главными спикерами конференции стали пасторы церкви «Новое поколение» города Красноярск Сергей и Маргарита Синокосовы, а также пастор церкви «Радостная весть» города Тольятти епископ Анатолий Гельманов. Анатолий с Юлей – это наши не просто епископы и пасторы, это наши духовные родители. Вот. И эта церковь, она уникальна. Уникальна в разных вообще гранях, потому что как Анатолий с Юлей ее приняли, в каком состоянии эта церковь была, и то, что сейчас Бог сделал за 11 лет – это абсолютное чудо. Да? В эти радостные дни церковь принимала множество гостей, друзей и священнослужителей из разных городов России, которые приехали, чтобы поздравить церковь с днем рождения. Мы видим замечательную, сильную, здоровую церковь, которую от всего сердца мы хотим поздравить с 11-летием и пожелать 7 футов под килем и еще многие-многие лета радостного, такого же сильного и плодотворного служения. Ольга Боброва, Павел Шишкин, медиагруппа «Живая вера», специально для ТБН.